Это Procreate, программа, в которой я рисую обычно. Но совсем недавно в ТикТоке я увидела, что эта программа намного лучше. Цена ее 1000 рублей, это уже многообещающе. И вот все-таки я решилась ее купить и попробовать вместе с вами. Скачивалась она, наверное, 2 часа. Выглядит все очень красиво, много настроек, 3 режима для рисования. Можно рисовать карандашами, маркерами, пастелью, акварелью или масляными красками. Все это выглядит мега реалистично. От рельефа бумаги, красок и даже палитры. Я просто тыкаю на красочку и посмотрите, она реально кончается. Здесь можно даже делать реальные подтеки красками. Это кайф. Из минусов есть платные элементы. За 1000 рублей можно было бы их и включить так-то. Некоторые кисти сильно тормозят. Чтобы найти ластик, нужно постоянно делать кучу движений. Здесь я хотела показать обучающие уроки, но тут программа сказала все, пока, и вылетела.